дальних миров попала не в те руки. Ее нашел генерал и сразу демона призвал. Где эта книга была? Спросили бы другие, но только этот генерал тайное место знал. Он взял ту книгу и солдата он с собой забрал и начертить огромный знак солдату приказал. Тогда принес он в жертву жизнь простого танка и заклинанием из книги он открыл врата. Это Левиафана призвали, такой силы танки не видали. Это Левиафана боятся, от выстрела может башня взорваться. Это Левиафан, он опасен, разберет всех врагов на части. Это Левиафан, он коварен, его броня ведь не только из стали. Он хитер и силен, он магией владеет. Его пытались убить, но никто не смог остановить. Поработил своего брата и родного он отца, победил в его же замке и забрал корону сам. Он бесстрашный и бездушный, армия его сильна, и теперь ты знаешь, это самый злобный танк. Это Левиафана призвали, такой силы танки не видали. Это Левиафана боятся, от выстрела может башня взорваться. Это Левиафан, он опасен, разберет всех врагов на части. Это Левиафан, он коварен, его броня ведь не только из стали. Это самый злобный танк. Это самый злобный танк. Это самый злобный танк. Это самый злобный. Это Левиафана призвали, такой силы танки не видали. Это Левиафана боятся, от выстрела может башня взорваться. Это Левиафан, он опасен, разберет всех врагов на части. Это Левиафан, он коварен, его броня ведь не только из стали.